Так, складываем палатку. Берем, она уже здесь у нас, мы уже убрали все колышки в этот самый, в свои футлярчики. Вот этот вот крайчик, который посередине у нас, берем, складываем на одну сторону какую-нибудь аккуратненько. Разглаживаем отличненько, чтобы она была нормально. Потом берем за одну сторону, сюда перекладываем, раздвигаем хорошенечко. Потом берем за один край сюда, то же самое делаем. Потом берем, потихонечку скручиваем. У нас влезла. Берем чехольчик и вставляем. Вот она как бы и в идеале. Потом берем колышки все остальные, туда их засовываем. Еще можно одну сунуть. Все супер. Слёжка. Можно было бы даже чуть-чуть бы это. Мне кажется, отлично. Берем узелком, чтобы потом можно было развязать. Опля! Все будет.